Меня зовут Михаил Котов, я научный военный журналист. Вообще я пишу очень много где, от «Известий», «Форбса» до каких-то небольших и нишевых изданий типа «Чердака науки». Тема, соответственно, только что тут был Виталий, который «Зеленый кот», и у нас с ним немножечко разные позиции относительно космоса. Сейчас объясню, в чем. Виталий популяризатор, его дело продвигать вперед и говорить: ребята, мы летим на космос, если не летим в космос, мы должны осваивать другие планеты, терраформировать их, если не завтра, то уже, ну, послезавтра, в крайнем случае. Моя задача немного другая, она скорее сомневаться, задавать самый мерзкий космический вопрос, который звучит примерно так: а зачем? И примерно полгода назад я очень долго подходил к этому. Началось все с того, что в интернете наверняка вы видели фразу, которую приписывают то Айзеку Азимову, то кому-то из других фантастов. И звучит она примерно так. Я сейчас прочитаю с телефона, чтобы уж не ошибиться, раз цитата. И мы продолжим дальше. Люди – идиоты. Они сделали кучу глупостей, придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру, кто знает, каким был бы мир тогда. Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением, пить пиво и смотреть сериалы. Я почувствовал себя немного уязвленным, потому что я тоже люблю пить пиво и смотреть сериалы. Ну, и то есть, оказывается, и я уже вот выброшен на обочину и делаю неправильно. Стали разбираться, смотреть. Действительно, эту фразу в основном приписывают Брэдбери. Интервью было всего одно такое. Оно было в 2010 году для корреспондента «Аргументов и фактов». Мне даже удалось его найти, и он убеждал, что это действительно был Брэдбери. Действительно, он в 2010 году был проездом, Брэдбери был уже достаточно старенький в этот момент, и он дал ему это небольшое интервью. Если найти оригинал интервью, оно очень странное, оно состоит как будто, ну, там, из нескольких кусочков, не связанных между собой. Как будто он в перерывах там надиктовывал. Но дело не в этом. Как же так получилось? Брэдбери мы тоже все любим, это один из величайших фантастов, это, ну, один из главных фантастов 20 века. Как так получилось, что вот он говорит: ребят, мы все неправильно делали до этого? Я занимаюсь современной космонавтикой, просто я считаю, что мы до этого все делали более-менее правильно. Почему так получилось? Почему так вышло, что мы променяли космос на iPhone? А если это случилось, то если у кого есть iPhone, может быть, можно его вернуть в магазин и немного космоса взамен получить обратно. Поехали. Ситуация следующая. Дело в том, что фантасты весь 20 век готовили нас немножечко к другому космосу. Нас все, когда спрашивают, как ты представляешь себе космос 21 века, все говорят: это огромные орбитальные станции, это заводы на орбите, это колонии на Марсе, на Луне, корабли, летящие к звездам и ко всему остальному. А вот он, 21 век, мы уже прожили там пятую часть от него, а никаких тебе ни орбитальных заводов, ни огромных космических кораблей, бороздящих космос, ничего. На самом деле, если даже с орбитальным производством получилось очень глупо. Единственное орбитальное производство, которое сейчас существует, это на МКС стоит два принтера. Один 3D-принтер, он реально небольшого размера, ну, с ящик из-под бумаги, это самой пищи, и он печатает из пластика, и они на нем напечатали один ключ, ну, гаечный. Но зато он с этим, с ушком, за который его можно цеплять к скафандру. Да, предполагается, что в ближайшем будущем экипаж МКС сможет печатать при помощи этого принтера запчасти, то есть они будут говорить: ребят, у нас что-то сломалось, мы не ждем корабля, шлите нам чертеж, по чертежу печатают, вставляют и радуются. Но на самом деле в реальности очень мало шансов, что он в принципе потребуется. Второе орбитальное производство находится там же на МКС, в соседнем модуле в американском, уже в нашем, и это принтер для печати ткани.
от компании Invitro. Он был в декабре прошлого года послан на МКС. Они отпечатали несколько видов живой биологической ткани, вернули на Землю. Эксперимент был признан удачным, это действительно интересно. Но все, дальше ничего нету, никаких тебе огромных заводов, ничего-то еще. Почему? Ну и тут в дело вступает самый главный и самый мерзкий космический вопрос. А зачем? Пока никто не смог дать более-менее внятный бизнес-план, согласно которому можно было бы на этом заработать хоть каких-то денег. А вкладывать их просто так, ради большой науки, государство и так это делает, но не на таком уровне, как нам бы всем хотелось. Нам бы всем хотелось, чтобы в космос вкладывалось огромное количество денег, туда оно вливается действительно большое, но, например, абсолютно несоразмерное с расходами на армию. Современные расходы на армию любой из стран, примерно, ну вот мы имеем в виду сейчас Америку, США, Китай, они обгоняют космические в несколько раз. Поехали дальше. Тогда попробуем ответить на вопросы. А что мы ждали от космоса? Да, мы ждали вот этих вот кораблей. Что получили? Почему вот сейчас их нет? На самом деле, дело в том, что космос развивался абсолютно в другую сторону. Все хотели большого развития пилотируемого космоса, а его не случилось. И наоборот, на рубеже 20-21 века произошел очень резкий скачок в спутниковых технологиях. Иногда говорят, что спутники стали меньше размером из-за использования микроэлектроники. На самом деле это не совсем так. Спутники остались примерно того же размера в большинстве своем, но в них умудрились напихать гораздо больше функций. Там современный спутник связи, он весит также 1,5-2 тонны, но это такой комбайн, в котором есть все и еще что-то дополнительно. Да, появились наноспутники, да, появились микроспутники. Появились кубсаты, это кубики размером с одной стороны, которых всего 10 сантиметров. Есть и такие спутники, они, как правило, в несколько юнитов. Вот юнит — это 10-сантиметровый кусок, куб. А, соответственно, самый распространенный стандарт для кубсата — это 3U, 3 юнита друг на друга поставленных, 3 вместе. Вот такая небольшая пирамидка, и она уже спутник, и она уже может что-то делать. Это не студенческий проект, а это действительно какой-то реальный и зачастую коммерческий спутник, который может работать. Например, вот сейчас 5 июля с Восточного будет запуск российского метеорологического спутника «Метеор-М», и вместе с ним полетит вот 32 как раз таких наноспутника небольшого размера, по одному, по два, по три юнита. И большинство из них — это коммерческие либо демонстраторы технологий, либо спутники связи. Один даже спутник запускает радиолюбители Таиланда. Они хотят иметь его на орбите, чтобы иметь возможность связываться с другими странами. Ну, это вот чисто радиолюбительский проект через свой спутник. И получилось, что мы хотели все, чтобы у нас было в космосе примерно вот так. Вот только что нам Виталий рассказал, какие будут колонии на Марсе, как мы можем его терраформировать, как бы это было здорово. Но, знаете, это то, что хотелось бы. А на самом деле получается, что мы не можем сейчас к настоящему времени на Марс забрасывать даже десятую часть от того, что предполагается, чтобы начать там терраформирование. Мы не можем сейчас обеспечивать достаточно хорошо самую маленькую колонию из 5, 7, 8 человек. И при всем при этом получается вот такая ситуация. То есть мы с одной стороны очень все хотим на Марс, а с другой стороны возможности этой у нас технически нет. Более того, самое ближайшее сравнение, которое можно сделать с Марсом, если на Марсе вообще колонию организовать очень сложно, тяжело, то, ну, например, самое близкое к Марсу — это Антарктида. На Антарктиде сейчас работает 15-17 маленьких по 2-3 человека научно-исследовательских станций. И люди не могут туда забросить больше, устроить там город, построить его. Это слишком дорого, слишком нерационально, и в результате не получается. Поэтому и растет расхождение. С одной стороны, мы хотим космос, который красивый, интересный, пилотируемый, а с другой стороны, у нас получается космос, который насквозь утилитарный, обыкновенные спутники и вроде как ничего интересного.
На самом-то деле, что если уж на Марс и полетим, то первая колония будет выглядеть вот как 2-3 бочки. И если сейчас очень многие люди, когда их спрашиваешь, они готовы и говорят, что мы бы хотели лететь на Марс, то как только эта реальная возможность появится, полететь туда, остаться там навсегда и, возможно, никогда не вернуться, на самом деле их количество резко уменьшится. Потому что одно дело сейчас хотеть, когда возможности нет, а другое дело, когда вот завтра залезай и улетай, тут все не так просто. Вот у нас антарктические станции – это самая большая из того, что в настоящее время удалось сделать. При том, что условия для создания антарктической, грубо говоря, колонии, они гораздо проще. Народ туда не бежит жить, никто не хочет это самое всю жизнь прожить в трех маленьких домиках. Привезти что-то – это по-прежнему огромная сложность, хотя тут, казалось бы, привезли морем и все. Но почему-то не получается даже с этим. Но при этом считается, что как только будет открыта дорога на Марс или на Луну, там мгновенно возникнут колонии. К сожалению, нет. И даже сейчас, когда государства говорят о том, что вот недавно США сказали, мы к 2024 году вернемся на Луну и останемся там навсегда. То есть, ну, они собираются уже организовать колонию, они собираются, по крайней мере, научную станцию, они собираются туда возить временно космонавтов туда-обратно. На самом деле, когда люди подойдут к этому моменту и увидят, сколько это стоит, внезапно тут же сработает политический фактор, который срабатывал уже не раз. И избиратели скажут, а может нам эти деньги куда-то в другое место? Вот, ну, есть ли в этом смысл? Хорошо. А если космос развивался, как он развивается сейчас? Чем мы можем похвастаться? Что у нас есть такого, что чего не было еще 10-15 лет назад. На самом деле, в последнее время мы видим какой-то просто бум количества космических аппаратов, запускаемых. Если до этого, до 90-х годов, в среднем на орбите находилось около 800-900 работающих спутников, в основном из них военные, то сейчас только больших за 2000 штук. И в настоящее время, ну, вы, если интересуетесь космосом, вы знаете, что компания SpaceX начинает вывод своей орбитальной группировки Starlink, в которой будет 12 тысяч космических аппаратов. То есть мы во много раз это количество просто превзойдем. И если раньше мы все время ходили возле там 1000 штук, то сейчас на орбите будет более 10 тысяч космических аппаратов. Пока даже не представить человечеству, какие в связи с этим возможны проблемы или сложности. То есть к настоящему моменту люди осваивают космос, ну, абсолютно не задумываясь о том, как это будет дальше, что будет за этим следом. В результате орбиты замусориваются. Замусориваются они достаточно прилично. Сейчас у меня там чуть дальше будет. Это визуализация. Понятно, что в космосе расстояние гораздо больше. Но это визуализация примерно всех космических объектов, которые в данный момент находятся в пространстве вокруг Земли. Их около 5000 крупных объектов. Вот 2000 мы сказали работающих аппаратов. 3000 это ступени ракет, которые выводили, и не работающие уже аппараты. И несколько десятков тысяч более мелких обломков. И есть только одна проблема. Никто не знает, как их возвращать обратно. Все на данный момент работающие проекты по уборке космического мусора, они звучат примерно следующим образом. Мы запускаем одну ракету, на ней один космический аппарат, он хватает один кусок космического мусора, тащит его и сгорает с ним в атмосфере. И все, да, и все. А их несколько десятков тысяч. И как с этим работать, пока вообще никто не понимает. Плюс ко всему нужно понимать, что космический мусор это не просто, это не красивые пятнышки, которые висят в нужном месте, к ним легко подобраться. Это осколки, имеющие гигантские просто космические скорости и несущиеся на этих скоростях по своим орбитам, абсолютно разным и причудливым. И получается, что в настоящее время
если там, извините, если еще лет 5-6 назад МКС приходилось корректировать свой курс, чтобы уйти от обломков раз в 2-3 месяца, то в настоящее время коррекции такие проводятся чуть ли не каждые 2 недели. Ну, еще сложности добавила недавно Индия. Индия решила попробовать, что она может в космосе, и она взорвала свой спутник. Ну, не взорвала, а ракета с Земли, она уничтожила свой метеорологический спутник. Все крупные державы это уже попробовали. СССР и США это пробовали еще в прошлом веке. Китай попробовал несколько лет назад, по-моему, в 2009 году. Или в 2013-м. Но Индия вот попробовала в этом году. Но Индия выбрала самый неудачный спутник. В результате куча обломков в настоящее время пересекается курсом с МКС. И МКС приходится лавировать туда-сюда, поднимать и опускать ее для того, чтобы избежать возможного столкновения. При том, что за счет космических скоростей и огромной кинетической энергии этих обломков достаточно очень небольшого куска, чтобы наша орбитальная станция, в принципе, прекратила существование. 2 года назад на МКС есть купол, большая стеклянная, как бы это сказать, окно в мир, через которое вы видели фотографии, очень часто снимают. Оно состоит из нескольких иллюминаторов, куполообразной формы, и, соответственно, космонавты там очень любят фотографироваться. Там специальные стекла, многослойные бронированные. Но, тем не менее, не так давно, туда 2 года назад влетел кусочек космического мусора. Примерно, специалисты считают, он размером там с песчинку. Это или кусочек краски, или что-то еще. Он оставил на этом куполе приличную трещину. То есть она видимая, нормальная, ее разбирали, решили, что проблем нет, можно лететь, ну, что можно работать дальше, но трещина осталась. Считают специалисты, что если в МКС влетает кусок космического мусора размером примерно с апельсин, то это точно приведет, если он не пройдет по касательной, то, скорее всего, он выведет как минимум один модуль из строя. Его просто, это самое, за счет кинетической энергии там будет очень приличное повреждение. Куска космического мусора размером с баскетбольный мяч хватит с лихвой, чтобы просто разнести МКС на части. Там чисто за счет разницы скоростей получится, там не получится, к сожалению, дырки просто и все. Там будет очень большой взрыв, и космическая программа международная закончит свое существование. И как быть с этим космическим мусором, не знает пока никто. То есть, ну, все разговоры, они вот только такие. Давайте мы... его пробуют, есть разные проекты. Мусор пробовали протыкать острогой и тащить в атмосферу. Мусор пробовали ловить сетью. Мусор пробовали обхватывать специальным тросом, японский проект. И, к сожалению, ни один из этих проектов особо не отличается эффективностью. То есть даже если они справились с этим с одним куском, то кроме этого, что делать дальше, непонятно. Единственная страна, которая не замусоривала космос, ну, вернее, может такой стать, это Швейцария. У них был запущен всего один космический аппарат, и у них сейчас есть идея свести его с орбиты, и тогда Швейцария может говорить, а мы не мусорили. Все остальные мусорят и с огромной силой. Количество спутников возрастает просто вот как ежегодно на порядок. И что с этим делать, непонятно. И что будут делать, когда орбиты постепенно? К сожалению, орбит не так много. Космос огромный, но именно удобных для Земли орбит их на самом деле всего 4. Они с разными наклонениями, они действительно большие, но тем не менее это низкая околоземная орбита, на которой находится большинство аппаратов, это геостационарная орбита, на которой все спутники связи и телерадиоспутники, ну и еще 2 солнечно-синхронные и, соответственно, и все. И если мы эти орбиты сейчас замусориваем, будет непонятно, что делать дальше. Мы просто не сможем двигаться. Уже в настоящее время специалисты ищут, грубо говоря, дырки при запуске спутников, определяют возможные это самые места, куда его можно поместить, чтобы у него не было с этим проблем. И пока... Извините, что-то я это самое сбиваюсь.
И пока мы не решим эту проблему, двигаться дальше в области того, что нам нужно попробовать что-то еще, просто нет. И, соответственно, когда говорят, что если бы в 60-е годы больше денег вкладывалось в космос, мы бы сейчас получили космические корабли, то это не совсем так. Скорее всего, если бы больше денег вкладывалось в космос, то к нынешнему моменту мы получили бы просто огромный замусоренный космос, с которым вообще никто не знал, как можно работать. То есть то, что сейчас происходит, это, по крайней мере, хоть как-то контролируется, хотя бы какие-то есть мысли, идеи, попытки. Если бы это было сделано 50 лет назад, никто бы, ну, просто у нас было бы огромное количество мертвых спутников вокруг Земли. Например, в 50-х годах у военных США был очень интересный проект. А давайте, чтобы обеспечить связь между континентами военную, мы выведем в космос несколько десятков миллионов маленьких медных иголочек. Не выводились малюхонные медные иголочки в специальной восковой оболочке. Она таяла это самое в космосе, высвобождая огромное количество этих иголочек. И они сделали целую орбиту, засеяли вот этими вот мелкими-мелкими иголками. В результате чего с Земли радиосвязь делали, от этих иголок она отражалась, и можно было с континента на континент переговариваться. Такой вариант в военной связи. Проблема одна, иголки вывели по этому проекту, а буквально через месяц оказалось, что они собрались в группе, ну, в группы скучковались, и связь уже почти не работает. И в тот момент даже никто не собирался ничего делать, решать, думать, как, что быть с этими иголками. Ну, летают и летают. К счастью, на самом деле, они почти все в большинстве своем за счет воздействия атмосферы потихонечку были, ну, это самое, приблизились к атмосфере, вошли в плотные слои. Они были такие маленькие, такие легкие, что они даже не сгорели. На самом деле эти иголки потом очень много где находили, вплоть до Антарктиды. То есть они все попадали в основном обратно на Землю. В настоящее время летает пара-тройка небольших кусков, но за ними тоже следят, что вот это куски, это скопившиеся облака вот этих вот иголок, и они тоже по-прежнему опасны там для космических аппаратов. Точно так же в 70-е годы прошлого века российские военные предложили сделать новую систему разведки военно-морской. И когда стали делать спутник, стало понятно, что солнечных батарей не хватает. Ну, нужно больше мощности. И кто-то предложил отличную идею. Давайте, говорит, мы сделаем спутник на ядерном реакторе. И был сделан этот реактор, реализован проект реакторы БУК, так называемые. Небольшие реакторы весом всего 1,5 тонны. Сам спутник получился под 2 тонны размером. Они имели, как и все остальные аппараты, название «Космос» и дальше «Числовое». И их стали запускать. И тогда же возник вопрос, а как вот этот спутник отработал на своей орбите? Он должен был находиться на очень низкой орбите и работать всего 1-2 месяца. А как быть дальше с ним? Ну, куда его девать? Обратно на Землю его нельзя. Все-таки огромный ядерный реактор, который... прилетев, если он попадет куда-нибудь там в центр города, в жилые, ну, в жилые массивы, то это будет приличная катастрофа. Тогда предложили отличную идею. Давайте, говорит, мы их, как он отработал, мы их отправляем на орбиту захоронения в 700 километрах от Земли. А дальше? А дальше это не наша уже проблема. Лет через 100-200 эту проблему, когда будет, ее решат. И, соответственно, советские военные начинают запускать эти спутники. Всего было их запущено примерно 50 штук. И 50 сейчас в настоящее время спутников с заглушенным реактором летают на орбите захоронения примерно в 100-700 километров. Они относятся к тому мусору, о котором я говорил. И что с ними делать, вообще никто не знает. Их даже нельзя подтащить сюда ближе, чтобы сжечь в плотных слоях атмосферы, потому что они не сгорят до конца, они слишком тяжелые, а при падении на Землю неизвестно, куда он упадет и что с ним будет. Хуже даже другое. Ладно, висят эти спутники. Один из них в 1976 году отказался отвечать на команды. Его было нельзя вывести на орбиту захоронения. Это «Космос-954». И спутник начал неминуемо потихонечку приближаться к Земле. Американцы тогда позвонили и спросили у наших, это наш спутник, вот неуправляемый, падает потихоньку. Наши сказали, примерно такой, вот 2 тонны весом, вот такой. Американцы говорят, да, наш, не наш.
И реально все это самое сказали, мы ничего не знаем, да, какой-то спутник. Американцы тогда уже подозревали, на самом деле, что это ядерные спутники, но каких-то подтверждений точных не было. Две державы приготовились к ядерной рулетке и стали смотреть, куда он упадет. На самом деле всем повезло, потому что в 1976 году, как раз в январе месяце, этот спутник окончательно сошел с своей орбиты, попал в плотные слои атмосферы, разделился на кучу фонящих кусочков и упал на северную территорию Канады. Так можно сказать, в январе 1976 был нанесен первый ядерный удар по территории Канады. К счастью, там никто не живет. Это Ньюфаундленд и другие острова, где низкая плотность жителей, где почти никого нету, сплошняком леса и холод. Американцы вместе с канадцами собрали большую военную операцию. Они все места, где эти кусочки могли падать, была поисковая операция. Там снег, зима, холодно, но тем не менее они насобирали примерно 70 килограмм фонящих вот этих вот кусочков. Советскому Союзу уже было никак от операции, поэтому нам пришлось выплатить весьма солидную сумму, которую в качестве отступных. Все остальные реакторы, они находятся все, вот там, все там же на орбите захоронения. И они потихоньку, постепенно, атмосфера воздействует на них, и они затормаживаются, меняют орбиту, и все ближе и ближе к Земле. Когда? Ну, точно сказать очень сложно. На самом деле, примерно лет через 350. Вот есть первые из них, приблизятся настолько, что начнут падать обратно. Другие специалисты говорят, что у нас есть лет 500. Поэтому на нашем веку это не случится. Ну, а пока это не наша проблема. Соответственно, что получается? Получается так, что мы не научились еще ни тому, чтобы забирать из космоса то, что мы сами намусорили, ни тому, чтобы забирать это с других планет. При этом мы рвемся куда-то вперед, мы хотим каких-то пилотируемых исследований, мы хотим каких-то пилотируемых больших проектов. А их не будет до тех пор, пока человечество не сможет хотя бы как-то, хотя бы немного... ну, да даже просто научиться убирать за собой. То есть мы хотели будущего одного, а оно, оказывается, другое, гораздо более сложное и гораздо более проблемное. И, например, в настоящее время на Луне лежит примерно 60 тонн различного металлолома. Ну, это станции орбитальные, это ступени, соответственно, Аполлонов, когда американцы приземлялись, это прочие космические аппараты, которые падали на Луну. Вот вроде бы проблемы и нет, а с другой стороны, как их убирать и убирать ли, и что с ними делать, никто не знает. Если сейчас, когда космические аппараты запускают, стараются их делать в чистых камерах, не допускать каких-то бактериальных загрязнений того, чтобы не вывести в космос земные бактерии, то первые марсианские аппараты, когда делались, никто об этом просто не задумывался. То есть, ну какая разница, бактерии и бактерии, ну прилетит и прилетит на Марс, ну ничего это самое не случится. И проблема в том, что мы не научились работать с космосом бережно, а все туда же беремся его каким-то образом там силой сломать, терраформировать, попробовать что-то запустить, и что с этим делать, пока никто не знает. Я ближе уже, наверное, к все. Если у кого-то есть вопросы или что-то еще, готов на них ответить. Да, друзья, поднимайте руку, я подхожу, и вы задаете вопрос Михаилу. Вопросы. Не стесняемся. А дальше-то что? А цель вот этой лекции, то есть все плохо, остаемся в айфонах и, соответственно, и мы смотрим сериал. Это все, да, вот? Весь смысл этой лекции. Что вы хотели донести до слушателей? То, что развиваться не надо, нужно... Нет, я... Наверное, не совсем так. Значит, не смог дорассказать. Смотрите, ситуация следующая. Все происходит потихоньку эволюционно. Не нужно гнать вперед. Не нужно пытаться в течение это самое за несколько лет или еще... Не нужно спешить впереди паровоза.
К настоящему времени, да, уже появляются космические аппараты и спутники, которые оборудованы механизмами для свода с орбиты. Та же система Starlink от SpaceX, она точно так же предполагается будет, как каждый из них самостоятельно сведется к концу своего срока с орбиты и сгорит в атмосфере. Не нужно просто... Михаил, можно я вас перебью? Извиняюсь. Я вот вижу, что у вас тут есть еще слайды. Если вам нужно время рассказать, я могу вам дать время. Давайте попробую рассказать. У нас получается, что космос, он развивается не так, как мы бы хотели, но развивается так, как он должен это делать. И ждать от него каких-то других вещей просто не получится. К настоящему времени мы ждем какого-то определенного технологического скачка, чтобы начать делать все то, что мы хотели делать раньше. Но раньше просто не было возможности это сделать. Соответственно, именно сейчас начинаются самые интересные миссии, которые в ближайшее время станут знаковыми для человечества. Если в прошлом веке мы смогли только добраться до Луны и все, то сейчас человечество действительно способно уже на более сложные, более интересные проекты. В 2020 году к Марсу полетит сразу три космических миссии, сразу три марсохода полетит. Полетит китайский марсоход, американский и российско-европейский проект «ExoMars». Ну, просто на самом деле на Марс летают раз в 4 года, потому что открывается окно, так называемое, Марс становится ближе к Земле, это самое удобное время для полета. И все ждали, вот ждут 2020 года, предыдущий был 2016, в 2020 сразу стартует сразу три миссии. Это будет интересно посмотреть, на самом деле, что в итоге получится из этого. Кроме того, в настоящее время, можно сказать, началась новая лунная гонка. Сразу три государства, США, Китай и мы, заявляем о том, что в ближайшие 10-15 лет мы не просто вернемся на Луну и высадим там людей, но, соответственно, останемся там надолго. Я опять-таки говорю, что я не очень верю в то, что кому-то удастся остаться на Луне надолго. Скорее всего, это будут одиночные миссии. Но, например, те же... США поставили задачу, вице-президент США Майк Пенс сказал, что к 2024 году экипаж, причем он обязательно будет как минимум наполовину женский, приземлится на южном полюсе Луны и проведет пилотируемую миссию. На самом деле сроки по современным меркам вообще очень микроскопические, очень сложно понять, каким образом они собираются это реализовать. Но, по крайней мере, задача поставлена. К 2030 году китайцы собираются высадиться на Луну, а к 2036 они хотят иметь на Луне свою лунную базу. Получится это или нет? Ну, пока на самом деле непонятно. Ну и, соответственно, у нас указан тоже 2035 год. У российской... Космическое это самое агентство Роскосмоса указан 2035 год как год, когда мы, наша пилотируемая миссия полетит на Луну. Но на самом деле у нас наихудшая позиция из вот этих трех стран, потому что нам нужно сначала доделать ракету «Союз-5», а потом из нее уже собрать сверхтяжелую ракету «Енисей», с помощью которой покорять Луну. А у нас... Все современные проекты, особенно вот касающиеся ракетной техники, мы до сих пор не можем довести до финала испытаний «Ангары». И на самом деле у нас с этим все очень так себе. Поэтому в нас я не очень верю, а вот в китайцев, которые достаточно планомерно двигаются, я верю изо всех сил. И мне кажется, что к 2030 году мы можем увидеть там людей на Луне очередной раз. Спасибо. Друзья, у вас есть вопросы? Добрый день. Спасибо за вашу лекцию. Подскажите, пожалуйста, то, что краем глаза недавно видел, НАСА хочет сворачивать свою компанию на МКС, вкладывать туда деньги. Это не приведет к тому, что вся государственная программа остальных стран потихоньку загнется, и мы будем просто радоваться тому, что Илон Маск
со своей компанией Безосом хоть что-то будут пускать? Ну, смотрите, тут ситуация следующая. Опять-таки, когда говорят там про колонию на Марсе или что-то еще, нужно понимать, что это стоит просто огромных денег. И МКС в ее современном виде требует примерно 6 миллиардов долларов ежегодных вложений. Они вкладываются все очень по-разному. В МКС это международный проект, участвуют США, Россия, Япония, Германия, Канада, Европейская ассоциация космическая, но участвуют все не на равных. И большинство денег действительно идет от США, живые деньги, то есть которые тратятся на различные обеспечения. Мы, например, вкладываем тем, что наш вклад ограничивается посылкой грузовиков, грузовых кораблей к МКС и, соответственно, определенная часть пилотируемых кораблей, которые вот мы единственные, кто сейчас их посылает. Но если США откажутся к 2024 году от финансирования МКС, то, скорее всего, этот проект уже возродить не получится. У нас есть план определенный, то есть эта ситуация не новая, уже говорили о ней много раз. В принципе, к 2024 году МКС заканчивается гарантия. Станции, они тоже стареют. И, например, на Мире последние несколько лет, ну, перед тем, как ее затопили, космонавты рассказывают, что большую часть времени своего они не проводили эксперименты, а чинили все, что ломалось. МКС сейчас лучше выглядит, и на самом деле проблем там меньше, но тоже они по-прежнему случаются. Так вот, если к 2024 году американцы говорят, мы выходим из этого проекта, в настоящем виде, ну, вот в том виде, в котором существует МКС сейчас, нам не получится отсоединить свою часть и использовать, потому что у нас не хватает большого лабораторного модуля, у нас не хватает энергетического модуля, мы большую часть энергии сейчас берем с американского сегмента. Они должны были, у нас эта идея есть, отправить в 2020 году, в конце года, многофункциональный лабораторный модуль «Наука», после чего в 2022 отправить научно-энергетический модуль, и там еще один модуль стыковочный, Пирс, отправляется примерно в те же сроки. Тогда к 2024 мы могли бы сказать, окей, развод, ну значит развод, и разойтись в разные стороны, и иметь свою орбитальную станцию с блэкджеком и всеми остальными делами. Но на самом деле шансов у нас очень мало именно запустить модуль «Наука». Он делается с 2009 года, и с ним огромное количество проблем. В 2013 выяснилось, что баки внутри «Науки», в них мелкая металлическая крошка, и ее никак убрать, там сложные сильфонные баки, и на самом деле ее вычистить практически невозможно. До 2016 ее пытались вычистить. С 2016 до 2018 пошла новая идея, что мы ее снова вычистим. Сейчас есть мысль, что просто баки полностью заменить на более простые, одноразовые. Но это все время. И, соответственно, вот «Наука» уходит направо. Она сначала стояла, ее запуск на 2017 год, 2018, 2019. Сейчас стоит на конец 2020. И то, если она не выйдет из Хруничева и не поедет на Байконур к декабрю этому месяцу, то и с 2020 она уедет на 2021 год. И проблема еще в том, что вот эту «Науку», она достаточно долго уже лежит на Земле. И сейчас, как я понимаю, никто не хочет брать на себя ответственность и отправлять космический модуль, которому уже более 10 лет. Вот сейчас уже даже больше 15 лет. Никто не хочет брать на себя эту ответственность, а вдруг с ним что-нибудь в космосе случится. И таким образом оказывается, что у нас просто нет вариантов. Либо мы с американцами работаем и каким-то образом договариваемся, и каким-то образом вместе это делаем, либо никак. Второго варианта у нас вот пока просто не видно. Михаил, у нас тут два вопроса. Здравствуйте, Михаил. Вопрос в следующем. По поводу спутников я просто не успел задать. Огромное количество их на орбите висит, а вопрос у меня связан с следующим. Есть некая теория под названием синдром Кеслера, если не ошибаюсь. Это то, что космический мусор растет в геометрической прогрессии, сталкиваясь друг с другом. Не наступила ли точка невозврата, когда уже невозможно будет собрать все это с орбиты, и она будет продолжать захламляться? Или где находится вот эта точка невозврата?
Ну, смотрите, на самом деле нет, не наступило, потому что если она наступит, теория заключается в чем? Следующее, что аппаратов становится много, в какой-то момент два из них сталкиваются друг с другом, образуется облако обломков, они перелетают на следующую орбиту, ломают следующий аппарат. Ну и как у Хармса, когда бабушки высовывались из окна, чтобы посмотреть, что там происходит, и падали этаж за этажом, падали. Так и здесь космические аппараты один за одним. Один разбивает следующий, обломки, следующий. Пока не случилось. И на самом деле это теория. Сработает она или нет? Если разговаривать со специалистами, то они считают, что она, если и может сработать, то лишь частично для какой-то одной орбиты. Ну, какой-то вот на ней должно быть, это должно быть достаточно там одно определенное наклонение в одной плоскости, и там много аппаратов. Действительно, в таком случае, если там один из аппаратов взорвется на части, разорвется, то орбиту удастся захламить, замусорить и сломать все остальные аппараты на ней. Но на самом деле эта теория, я надеюсь, что она не сработает. Потому что пока не было такого. Вот точно так же, что Китай, что Индия, когда свои аппараты с Земли поражали ракетой, обломков образовывалось облако достаточно большое, но вместе с тем, за счет того, что космос огромный, пока этими обломками действительно ничего остальное, другой аппарат не повредило. Поэтому ну, пускай это остается только теорией. Здравствуйте. Вопрос еще такой. Хотел уточнить, а насколько реалистичны сценарии повреждения текущих космических аппаратов вот, космическим мусором? Вот, в продолжение предыдущего вопроса. То, что вот любят в фильмах показывать, типа гравитация. Там, ну вот смотрите, МКС самый большой из объектов, поэтому, скорее всего, если повреждений будет, начнется, то это именно в нее попасть легче всего, в станцию. Иногда определенные небольшие обломки, вот я как говорил, они уже попадают. То есть действительно вероятность этого есть и не нулевая. И скорее всего в какой-то момент случится, что мы пропустим обломки менее размером там, менее 10 сантиметров, они с Земли не фиксируются и практически никак не ведутся. Это слишком сложно и дорого. И соответственно какой-то из этих обломков есть очень большой шанс, да, что он поразит МКС. Другие аппараты пока в истории человечества такого не было, чтобы вот их это самое на орбите именно они столкнулись с обломками чьими-то еще с космическим мусором. Но чем дальше, тем больше шансов, конечно, что это произойдет. В какой-то момент это неминуемо произойдет. Приведет это к синдрому вот Кеслера или нет, когда они начнут ломать друг друга? Скорее всего, нет. Но выведет из строя? Скорее всего, да. Есть ли еще вопросы? Хорошо, а какой-нибудь способ борьбы с этим есть? Ну, если, например... А вот на самом деле способа борьбы-то пока и нет. Единственный вариант, который предлагается, вот все проекты, связанные с космическим мусором, они достаточно просты. Как-то собрать какую-то часть кусков и их либо направить в сторону Земли, либо переработать в космосе. Иногда возникают проекты, не так давно эта самая девушка представляла российский как раз проект, там был... Проблема-то еще в чем? Они все куски мусора на своих, на разных орбитах. А в космосе, к сожалению, орбитальная механика такова, что переход с орбиты на другую – это очень-очень энергоемкая операция. И полеты в космос – это совсем не то, как мы видим в космических фильмах, в фантастике, когда космический аппарат перелетает с орбиты на орбиту. У нас, даже если мы запускаем какой-то сборщик космического мусора, то он сможет отработать только вот, ну, небольшой кусок своей орбиты. Дальше, к сожалению, его самого нужно сводить и запускать новый. И вот того, чтобы собирать по всему космосу мусор, ну, к сожалению, пока никто не придумал как. Михаил, спасибо. То есть просто получается проблема сбора мусора, это проблема того, что в космосе просто нет топлива. Вот. То есть если бы откуда-то взять топливо там, и запустить этот сборщик мусора, он бы мог летать бесконечно и собирать это. Просто откуда-то нужно получить вот это топливо, на котором он будет работать. Ну, столько топлива в принципе нет. Просто смена, соответственно, наклонения орбиты – это одна из самых энергоемких операций.
И смена его на несколько процентов, это примерно столько же требует топлива, как подъем космического аппарата вверх. Поэтому, опять-таки, на одной орбите мы можем находиться. Менять наклонение нужно просто гигантское количество топлива, которое по нынешним меркам ну, неоткуда взять. Если получится, да, может быть. Но пока нету ничего и близкого, чтобы можно было с легкостью менять орбиты и перемещаться от одного места к другому. Кроме того, каждый кусок мусора он летит со своей скоростью, грубо говоря, в своем направлении. И опять-таки нужно каким-то образом совмещать скорости вот у мусоросборщика, чтобы они были близки, собирать этот кусок, потом либо снова набирать скорость, либо еще ее снижать, менять наклонение. И опять-таки ничего из земной техники нету близкого к тому, что нам нужно для этого. Ну, то есть не доросли мы еще до сбора мусора. Угу.